Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы начинаем новый курс «Республика Казахстан в мировом сообществе». Тема нашего первого лекционного занятия – «Обретение независимости Республики Казахстан. Основные факторы формирования внешней политики Республики Казахстан». И, как вы понимаете, целью нашего занятия является это – рассмотрение вопросов «Обретение независимости Республики Казахстан» и формирование внешней политики Республики Казахстан. По плану эта тема будет рассматриваться в течение 2 часов. Будут рассмотрены следующие вопросы. Провозглашение независимости Республики Казахстан, становление казахстанской государственности, деятельность первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, деятельность Министерства иностранных дел при формировании основных принципов и направлений внешней политики Республики Казахстан. Обретению независимости Республики Казахстан предшествовала сложная политическая обстановка. Во-первых, это в марте 1991 года был проведен всесоюзный референдум. На голосование был поставлен вопрос о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. Большинство населения СССР проголосовало за сохранение СССР. На территории Казахской ССР формулировка вопроса была изменена. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза СССР как союза равноправных суверенных государств? И на территории Казахстана 94,1% проголосовали «за». Во-вторых, в августе 1991 года произошел путч, в результате которого был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Этот комитет объявил о болезни Михаила Сергеевича Горбачева, президента СССР, и невозможности им осуществлять управление страной, о переходе власти ГКЧП. Эти события привели к необходимости проведения ряда встреч на высшем уровне для решения актуальных проблем. Встреча глав государств Украины, Белоруссии и России была проведена в Беловежской пуще в начале декабря 1991 года. В результате встречи, проведенной 7-8 декабря 1991 года, было принято решение о провозглашении создания Союза независимых государств. Так вначале расшифровывалась аббревиатура СНГ. На территории Казахстана в декабре 1991 года произошли ряд важных событий. 1 декабря состоялись всенародные выборы президента. Верховным Советом были выдвинуты две кандидатуры на пост президента. Кандидатуру Олжаса Сулейменова и Нурсултана Назарбаева. Во время выборов оставалась только одна кандидатура, кандидатура Нурсултана Абишевича Назарбаева. И по итогам выборов президентом большинством голосов был избран Нурсултан Абишевич Назарбаев. 10 декабря 1991 года произошло переименование Казахской ССР в Республику Казахстан. А 16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. 13 декабря в Ашхабаде произошла встреча глав государств Азии и Казахстана, на которой было принято решение о поддержании
соглашения, подписанных Белоруссией. 21 декабря в Алмате состоялась новая встреча глав государств. Итогом встречи в Алмате было подписание декларации о создании Содружества независимых государств, в которое вошли 11 бывших советских республик. Таким образом, Республика Казахстан стала одной из последних бывших советских республик, в которой была провозглашена независимость в декабре 1991 года. Становление государственности в Республике Казахстан происходило на протяжении нескольких лет. В 1992 году были приняты государственные символы Республики Казахстан. Это флаг, герб и гимн. Первая конституция Республики Казахстан, основной закон, была принята в январе 1993 года. Принята она была Верховным Советом Республики Казахстан. Ныне действующая конституция была принята на всенародном референдуме в августе 1995 года. Различие между этими двумя конституциями есть не только по тому, кто их принял, но и по содержанию, по количеству разделов, по количеству статей, по содержанию статей Конституции. Конституция Республики Казахстан состоит из 9 разделов и 98 статей. Первый раздел называется «Общие положения». В этом разделе рассматривается форма правления, которая установлена в Республике Казахстан, государственное устройство и политический режим. Во втором разделе «Человек и гражданин» рассматриваются основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. В третьем разделе «Президент» рассматривается полномочия президента, требования, предъявляемые к кандидатам в президенты. В четвертом разделе «Парламент» рассматривается деятельность, полномочия двух палат парламента. Рассматриваются требования, предъявляемые к депутатам парламента. В пятом разделе «Правительство» рассматривается деятельность кабинета министров. Какие функции возложены на правительство. В шестом разделе рассматривается деятельность Конституционного совета. Это новый орган, который был введен по Конституции 1995 года. В седьмом разделе «Суды и правосудие» рассматривается система судов. Рассматриваются основные принципы судопроизводства. В восьмом разделе «Местное государственное управление и самоуправление» рассматривается деятельность местных органов, акиматов и маслихатов. И девятый раздел «Заключительные и переходные положения». Таким образом, согласно Конституции Республики Казахстан, были определены три ветви власти. Это законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть. Законодательная власть – парламент, исполнительная власть – правительство, судебная власть – правосудие. Согласно Конституции Республики Казахстан, власть разделена на три ветви – законодательную, судебную и исполнительную.
Президент является главой государства, а также регулирует отношения между законодательной властью и исполнительной властью. Хотя больше относится, конечно же, к исполнительной ветви власти. Начнем с законодательной власти. Представлена она высшим законодательным органом парламента, который является двухпалатным. Состоит из верхней палаты Сената и нижней палаты Мажилиса. Местными представительными органами законодательной власти являются маслихаты. Исполнительная власть представлена правительством, центральными исполнительными и иными государственными органами, а также местными исполнительными органами, акиматами. Правительство возглавляется премьер-министром, который назначается президентом. Судебная власть представлена Верховным судом и местными судами, которые разделяются по территориальному принципу. Давайте попробуем определить признаки государства, которые отличают одно государство от другого, и имеются ли такие признаки в Республике Казахстан. Какие вы можете назвать признаки государства? Территория. Каждое государство имеет собственную территорию с определенными, четко обозначенными границами. Система органов власти. В каждом государстве имеется собственная система органов власти, которая подразделяется на судебную, законодательную, исполнительную. Правовая система. Каждая страна имеет собственную систему нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения в обществе, в государстве. Обязательный компонент государства – это суверенитет, который можно подразделить на внутренний и внешний. Конечно же, государственные символы относятся к признакам государства, которые отличают одно государство от другого государства. Ну и не менее важный признак – это наличие финансовой системы и национальной валюты. Наша национальная валюта тенге была введена в ноябре 1993 года. Теперь попробуем ответить на вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. В каких условиях происходило провозглашение независимости Республики Казахстан? Второй вопрос. Какие нормативно-правовые акты были приняты, провозгласившие независимость Казахстана? Третий вопрос. Чем отличалась Конституция 1993 года от ныне действующей? Четвертый вопрос. Кем была принята Конституция 1995 года? Пятый вопрос. Назовите органы исполнительной власти. Для более подробного рассмотрения вопросов
данной темы, рекомендую вам прочитать следующую литературу. Это Конституция Республики Казахстан. Это учебное пособие автора Абдуллаева «История независимого Казахстана». Это учебное пособие Игибаева «История Казахстана в источниках и материалах». Это монографии Токаева «Дипломатия Республики Казахстан» и «Под стягом независимости. Очерки о внешней политике Казахстана». Монографию Дугина «Геополитика и международные отношения». А также просмотреть материалы хрестоматии по истории международных отношений. Книга четвертая «Новейшее время», составителем которой является Кузнецов. Спасибо за внимание.